Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Вьетнам ПФА на восьмерых на карте 7 морей. Напоминаю, не забывайте делать клипы. Потом я соберу из ваших клипов мини-видео этой партии, и мне кажется, это будет интересно. Но если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии, ссылка на нее есть в описании к этому ролику. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им большое за поддержку. И вам всем приятного продолжения просмотра. Так, флотоводца. О, капер дают. Кстати, капер — это прикольно. Куда Марсель делся? Какой Марсель? Уходи! Всё, вроде тут мы с варварами разобрались в этом море. Слава богу. Кстати, я не могу. А, не идут очки. В сравнении с Египтом я нормально иду, парни. Дед, предложение. Ракотку может построить. А давайте. Зря только, правда, ставил там, получается. Так, дипломатический квартал тоже интересно. Я наконец следующим ходом заберу это Бордо. Бордо. Еще города, если вижу Париж, но его никто не так, ну я хотел. Я хотел театралку. Не, слева от Парижа я вижу. Я даже не там города. А потом развлекательный комплекс. Хорошо, хотя бы Бордо себе за твои. Так, я все-таки поставлю здесь форт. Блин, с этим парился. Ну как моё? Типа, мне сейчас приходится спамить юнитом. Сейчас стены возрождения будут. Тупо не успеваю. Мою Рендона забирает. Тупо не успеваю. Мне не обязательно осаждать. Так, у меня 9 городов. По очкам. Но мне надо будет канадца забирать, иначе... Ну это в третий раз, типа. Мне негде тут разок, усиливаться. Ну, интересно, а что я взял в этой руинке? Где ты идешь там? А ну подскажи. Так, кого мне опять перекупили? Шенгетти. Куда идешь, Дед? Я сижу. Фрегат хочет. Я бы вообще в эти научные ГГшки поотправить, но у меня послов мало. Для этого. Здорово. Здорово. И святилище, храм. Предлагаю сделку. Так, тань есть, тут покупаем, значит, конюшни, оружейную. Так, отлично. Театралочку. Ну, кстати, я бы, наверное, здесь сделал театралку, что тут будет. Или, не, или блин, кампус все-таки. Ну, 500 долларов. Есть плюс 2. Ну, вообще, наверное, надо ставить. Да. Он же не убирает... Ну, так, видите, 6-6, да? Он не убирает эти.
Да. Не так уж плохо. Но при этом он имеет леса. Всего 200 наук. Всего. Да, больше всех. Ну, на четвертом месте по техам. Не слышу. 14 городов, всего 200 науки, ну да, ну да. Совсем плохо идет. Шотландия, ну, как-то догонять надо. Я пойду, я тут все равно ничего не решаю. Так кто говорит? У него, во всяком случае, нету 800. Так, говорит, Португалия. Это Португалия, говорит, можно я пойду? Это юмор, юмор. Как в прошлый раз просто, да, в культуру просто не умею, да, пацаны? Там не такое было, там Тинни сказал, что я в дипку пойду, я про дипку спросил. А, и культуру тоже не умею. Давайте ка мы попробуем вот так сделать. Нам там просто с этими, с инженерами повезло, меня протащили. Здесь будет два, на самом деле, потому что я тут сделаю каменолом, не обработаю. Три человека ходит. Нет, один. Нет. Я, наверное, да, только хожу. Блин, а где у нас Рейна сидит? Ага. Ну что, у меня опять игнорамент устал. Да я еще хожу. У меня еще канадец написано, что ходит. Не-не, я нажал, я спаду. Парень, сиди отсюда. Ну, сообщите, когда Лёша походит, чтобы он понял, всё где плохо. Все, походил. Все, тогда живем. Ты, кстати, там, где сверху поселка ведешь, то левее, так на 5 и на 2 выше, там я город типа веду ставить. Там железо? Там все религии основаны. Вьетнам, Канада, Шотландия, Византия. А, ну не, я на речку. Эфиопия, я, Египет. Я разумею англичанина, возьми Бордо. 50, тут священное место где-то должно норм быть, вот тут, видимо. Блин, не показывает. Ты тогда Париж Руан отдай. Париж Руан? Но мне неудобно будет. Надо миссионера. Типа, ну ты сам видел мою территорию, какая она. Да, слушайте, с Валеттой мне тут в тему зашло. Или тебе Париж тупо из-за Колизея нужно? Из-за Колизея в том числе. Как-то неловко здесь находиться. Галочка такая, знаешь, вместе. Такая беседа есть. Mission complete. Так я тоже хотел здесь сделать, но я смотрю, он уже начал, природы. Блин, а я еще не начинал, ну ладно. Мгновенно создает фабрику и мастерскую. Зачем Колизей давать? Он же начал строить Колизей после того, как... Так, слушайте, ну мне надо, собственно, самолеты и алюминий. В индустриализацию выйдем. Предложение. Послушай, дед, я с тобой в следующий просто тогда союз не заключу. Раз ты не понял, что я не хочу увидеть твоих ребят здесь. Ну, не чуть-чуть. Понял. Мне придется сейчас, видишь, ничего, тратить веру на покупку инквизиторов. Предложение.
столицу захватили? Товарищи, я могу выходить? А столицу захватили, да? Столицу захватили, осталось три маленьких города. Все, спасибо за игру. Это плюс два к театральной площади. Ладно, давайте, парни. Спасибо за игру. Давай, брат. В очередной раз многому научился. Так, баллистику ускорил. Давайте, удачи. Не, ну у человека две одинаковые катки подряд. Ну, в прошлый раз тоже. А кто его в прошлый раз? Нападает на потенциального победителя. Не получается, и все. Я не помню, с кем он был. Как его там, стабильность, признак мастерства? Ну, на Канаду напал, потому что там типа все, Канада победит. Ну, в итоге они замирились, и Канада победит. На 20-м ходу? Да, нет, конечно. Ну, он за Османа играл во времена этих. Ну, во время Янычара пошел. Ну, вы поняли, Янычара, да. Я даже успел походить. Блин, я не поставил было карточку на караванах вместо плюс двух. Нужно карточку на караваны. Давайте хосты поменяем. Я дед со своей религией производства имею. Мне твои вот эти вот вообще... Вот эти вот движения. Да, вообще очень не нравятся. А я тут как бы с каждого города вивером. Ну, я понимаю все. Но у тебя есть свои игры. Я же твои не обращаю почему-то, чтобы тебе хуже было. Потому что все мои города обращены. В смысле? Ну так и мои все в мою обращены. И поэтому это причина не обращать, что ли? Мог совершенно спокойно обратить. Если чтобы тратить веру на что-нибудь другое, там, нет, ведешь ко мне. Я же буду сопротивляться. Вложение в будущее. Во-первых, ты не сможешь все мои города обратить по... причине того, что у меня инквизиция, то есть ты покупаешь апостолов за 300 веры, я инквизитор за 60. А во-вторых, ну, это вражеский ход, как всегда, значит, мы не продлим союз, чтобы мне твоих апостолов было проще убивать еще. Логично? Ну, тогда... Ты же видишь, у меня много веры тоже капает. Я понимаю, что у тебя просто лопаты ешь. Но я точно буду сопротивляться, потому что мне это производство дает. Мне неоткуда больше производства брать. Ну, я какое-то чудо построил. Эй, ну куда ты? Давай, мир. Подожди, шотландец. А, таракотку точно. Ну давай, не надо. Ну нормально же общались, ну чё ты? Чё, пришёл посмотреть, чё ты на них говоришь? Как-то агрессивно смотришь. А, так, смотри, действует. Да. А у меня почему-то чрево технологии вообще поменялось. Я исследовал одну индустриализацию. Она у меня была в центре, а теперь наверху в отдельной ветке. Да, это вот я тебе просто и говорю, что там спрашивают, сверху или снизу, оно меняется. Причем оно у разных игроков по-разному показывает.
Да, изгнать агрессора плюс 10. Блин, у инквизитора еще и плюс 35 от дружественной территории. Ну давай, давай. Приходи. Приходите, мы дома. Приходите все. Приносите все. Зачем? Ты по приколу хотя бы барда посади этого губера. Нету губеров. Заняты все. Так. Ну, тогда это город шотландца получается. Терракоточка. Я за барда повою. Просто мне надо дойти в, ну, древе институтов до первого ближайшего. И вон так. Тут мы еще два хода. Может там монумент достроится, ну, отремонтируется нормально. Там минус 8, монумент дает 2. Нет. Только у нас до конца союза. 18 градусов. А, только дает. Начали. Вот прям хочет так со мной. А, давайте, может, все-таки здесь. Давай купим. Прямо какой-нибудь. Плюс 2. Так, развлекательный комплекс есть. Наверное, все-таки. А, он плюс один, да. Я думал, он дает плюс один. Художественный построю. Просвещение открыли. Пошли в строительную инженерию. Астрономию надо открыть. Ладно, потом. Так, тут надо против иноверцев, наверное, поставить что-нибудь. Есть у нас такое? А, нерелигиозным юнитом тогда не надо. Кстати, а, я еще не открыл уголь. Учетные банки. Давайте, наверное, учетные банки поставим. По холмам перемещение. По тропическим лесам еще возьмем. Десять ходов, я тут явно в темный век свалюсь. О, блин, и тут еще у нас. Ух ты, тут у нас какой-то есть местечко. Так. Хочу убить этого апостола. Интересно, это два заряда типа осталось. Это ж не уровень второй. Ну что это такое? Вот это ты просто смотришь, что ли? Ну зачем тебе этот бордо? Я за этот бордо доздрался 20 ходов. Отдай. Ну, а ты пересадить губернатора не можешь? Хоть какого-нибудь?
А, тут не в губернаторе дело, он своими юнитами на них бьет. Подлец! Так. Еще интересно, стоит купить этих инквизиторов? Так, что с углем? Не вижу угля. Ну, кайф. 4, 5 угля просто у... Кайф, у меня вообще ничего нету. Ну, это какой-то прикол. 5 угля у эфиопа. Дед, ты где? Лавенты нашел, тебя не нашел. Ну почти, вот. Возле лавенты я. Ну, ты на море? Нет. Подойди к морю, под лавенту. Я возле Окленда. Я не знаю, где Окленд. Получу я этого губера. Понимаю. Кого там осуждают? Кризис против Шотландии? В смысле, против Англии? Против меня кто кризис сделал? А, понятно. Француз? Да, давай мир заключим. Ну, больно-то. Ну, дед, задавай завязывать эту фигню. Кризис выполни, все. И можем мириться. Блин, я за этот город так долго воевал, давай не надо. Я хочу хоть чего-то, чтобы мои труды стоили. Хоть одного города. Караванами больше добьешь, чем этот город стоит. О, у тебя даже Харер уже перестал под твоей религией быть. Ну, блин. Это ты удачно, конечно, все. Это я удачно, да. Надо на своей территории быть, ведь инквизиторы на чужой территории хреново работают. Так, куда шпиона отправлять? У меня только два города, куда могу отправлять. Прикол. Ну, не дали построить еще. Фиги там француза гор. Ну да.
и место селиться. Да хрен еще. Не знаю, чем напал. Боялся крестового похода. Да чушь это все. Если нападаешь, ты должен понимать, что ты сносишь и вот это вот сидеть, упарываться. Ну да, наверное. Помню, убили. Галера тут уничтожена. А ну валету перекупили, ты мне пофигу уже. До... В общем-то, до... Плотин... Мне вообще не надо ничего. Чего? Канадец, а ты что тут пришел меня обращать? Это что за такое? Ну, молодец. Это не ты, это Америка. Ну, это моя территория. Ничего не знаю. У меня здесь религии почти все. Просто понимаешь, мне капает культура. Ну хорошо, но американец мой, не надо это делать. Как бы сказать, моя сфера влияния. Моя корова есть. А, я уже атаковал, что ли, если посчитать? Блин, почему? Если грубо, то да. Так. Почему он не может походить? Хм. Дед, подойди юнитом к Данхою. Я уже хожу там, я не вижу тебя. Я возле Данхоя с ним. Чего? Возле Данхоя. Данхой — это мой город. Он туда не подойдет, там его юнитов мочат инквизиторы. Ну тогда под Лавенту. Так я под Лавенту уже давно. Давайте, чтобы больше веры шло. Добью Шенгити уже. О! Священное место ставим. Тут покупаем маячок. Так, и купим караван. Так, я предлагаю, чтобы все могли осуждать эфиопскую религию. Ни в коем случае. Как это называется? Давайте религию канадцев. А, вообще-то да, тут либо Шотландия, либо Канада на самом деле. Слушай, серьезно, дед, нафига ты ко мне лезешь своими этими? Что религии делают? Я фармлю религии. Вот и все. Предлагаю Канаду. Меня в Сен-Мишель, я... Вы можете по названию религии говорить? Я, короче, максимально вливаюсь в Эфиопа. Раз он тут реликвии фармит. Гнев человеческий, Канад. Паним, кого? Гнев человеческий. Не надо, Канад. Опять ученых, давайте. Америка, и все, гнев человеческий. Я не иду никуда. Гнев человеческий дальше никуда не идет. Ну надо на самом деле Канаду. Потому что мы-то, конечно, воюем тут с Эфиопом. Он просто получает реликвии, а вот канадец просто победить может таким макаром. Это же побольше туда вали. Нет, я за великих ученых проголосовал. Дед Эфиопа, ты сможешь Португала стопнуть? Эфиоп сможет стопнуть Португала? А как он может? В чем? Что именно стопнуть? Ты прямой его сосед, иди сам стопнуй. Вот именно. Главное, моими руками хочешь стопнуть. Конечно, стоит мне кого-то стопать сразу. Давайте против него дадим военника, тебе надо чем-то помочь или нет. Нет, смотри, если ты пойдешь сносить. Так а кого ты. А почему ты собираешься стопать? Да, почему ты собирался стопать Византию, типа? Да. Это выглядело не стопать Византию, а выглядело, что ты собираешься захватить ослабленного игрока.
Подожди, а в каком месте он ослаблен, если он сам захватывает Францию? Ну, Франция была ослаблена. Так, что-то я, походу, все-таки много миссионеров сделал. А где у меня тут? В Канаде будешь к американцам идти, потому что буду подходить. А у меня тут есть вообще священное место в этом. А у меня тут нету священного места. Вау. Так надо построить. Давайте вот здесь. Лечиться отхожу. Дед, тебя нет под лавантой. Дуришь меня. Как хочешь. Как хочешь. Я там есть. Так он хочет, чтобы ты там был. В смысле? Я вон возле риса. Станешь на рис, увидишь. В чем мы, Шотландия? Мы с тобой дружим? Блин, 14 производства. Нет угля, но угольные электростанции все равно надо ставить, потому что видите, какое производство получается. Так, ну мне нужны, наверное, каравеллы. Шотландия, мы с тобой дружим, да? Яшкин. После того, как кинешь дружбу Англии, я приму руки. В следующем ходу, значит. Ну, смотри, если ты подружишься с шотландцем, то от этого своего смысла не вижу. Ну, давай на следующий ход, если не подружишься. Я... Ну, тебе, конечно, и кину. У нас с тобой караваны хорошие. Или рабочего здесь. У нас тут вот есть рабочие. Кризис, смотри. Моя самая бесполезная война за 300 часов цели. С Франции? Да, да. Захватил один его город Бордоку, и как и тот отобрал этот, ну, шотландец. А Византия в итоге все захватила. То есть, ну это англичане же говорит, да? Ну это ж ты, ну как бы сам себя можешь только винить. Зачем ты влазил там с другой стороны? Воевали бы они, подождал бы немного. Я вообще хотел еще изначально до лагов его... Он на самом деле вынес бы это Бордо раньше и вынес бы, возможно, половину Франции, но его лагало юнитами отходил. Да-да, меня сначала лаги задушили, потом меня задушило вот это вот. Все, давай мир заключать, захватил, гордись собой. Капец, тут гор, а что с этим делать? А зачем он так город построил? А какой в этом смысл? Просто 50% клеток у города — это горы. А на карте есть Ереван? Какой Ереван? А как ты тогда реликвии фармишь? Монсен еще. А? Монсен Мишель. А, блин, точно. Можешь принимать. О, привет. О, привет. Может, сюда тогда ставить? Я театралку пока не могу. Давайте, наверное, отдадим. А, это четвертая клетка. Ну ладно, поставлю сюда театрал. Ладно. Хотя, конечно, классная клетка. Там три еды, три производства.
Так, и там за канадскими надо еще следить. Ну, ему реликвий не так много. Но реликвия, конечно, приятная штука. Но это просто 8, то я не думаю, что туризмом можно победить. Так, что там по великим людям? 240 на чудеса. Так. Надо посмотреть, куда мне идти. Имя там, самолеты не видны, да? Ну, в любом случае, это военная наука, и вот эта теха вообще не видная. Ну, баллистику открою. А что, я ни одной селитровой шахты не построил? Подождите. Я вообще могу это сделать. Да, ну, конечно, то, что так дофига угля. Да, бенгалу выкинул. Верфь. Промышленная зона. Есть плюс 2. Давайте, наверное, универ. Промышленную зону. Тут я могу что-нибудь один ход открыть? Морская традиция. Значит, мне надо первый посол поставить и отправить в научные ДГшки. Так. Рационализм плюс 12 всего, мало. Ничего тут не меняю больше. Хотя нет, плюс 12 тоже неплохо, но не сейчас. Либерализм круто было бы. Но опять же не сейчас. Так, блин, я хотел апгрейд юнитов дешевле сделать, ай-яй-яй. Ладно. Митла Фес. Есть. Теперь мне бы... Ну, во-первых, открываем морскую традицию. Может, один ход тогда подождать, я поставлю еще на апгрейд юнитов. Можно не сразу апать. Вот эти... Я не могу его атаковать, потому что, видите, на чужой территории я меньше получаю бонуса. Какие предложения? Угольная 6. Может, тань построим? А, тань не требует... А тань не требует... Прикольно. Блин, оказалось, что тань не требует леса. Только сейчас узнал об этом. А я под него ставил лес и ставил на него тань. Типа, ведь очевидно, бессмысленные действия делал. Тань не считается специализированным районом. Еще продолжение. Меня караваны снова направляй, англичанин. Блин, что-то я инквизиторов дофига наделал. А что не в меня? Экономические изучения сделали. Да я в обоих. В обоих. Меня на всех хватит. Так, русскую долину шотландец построил. Морская традиция, да, открыли. Значит, меняем обратно на учетные банки. Здесь поставим апгрейд юнитов дешевле. Так. Галера. Блин, офигля, я тут не походил.
надо отойти, что я тут стою? Так откровенно. Так, пускай на мою территорию заходит. Все, держим. Держим религиозную оборону. Так, что у нас тут дальше? Паровой двигатель есть. Блин, у меня нету угля, нифига. Это требует военную науку, военную науку. Ладно, пошли в военную науку сначала. Канадец тут со своим миссионером. Какой-нибудь город-государство хочет какой-нибудь юнит? Вера. Торговый путь. Заповедник. Торговый путь. Фрегат. Ну, мне тут не фрегат нужен. Ладно, давайте. Дайте полевую пушку, пожалуй. Нет, нам нужно что-то, что быстро бегает. Это 25 дипломатических очков, чем плохо. Ну. Он решил спуститься. Осудить еретика. Боже, как горел канадский еретик. В корчах просто. Ой. Плюс 10 против морских юнитов. Отлично. Амфитеатр. Инквизиторы стоят. Еще одна каравелка. Я туда вверх поплыл, чтобы тут проверить, чтобы точно не было варваров. Мне нужно было подрыв плотины взять. Нехватка. Но это у меня прекратил янтарь действовать. Сразу нехватка счастья образовалась. Так, вот тут можно было бы, конечно. Так, у нас один посол есть. Кстати, я забыл. Давайте фес отправим. Плюс 6 науки. Не, ну тут мы не будем это ничего строить, потому что мы сможем за веру купить. А, давайте угольная 6. А, что тут купить можно? Престиж всем клеткам.
Ну, кстати, торговец. Ну, блин, у меня только единственное, что негде корпорации ставить. Не знаю, на благовониях. Да нет, фигня какая-то. Так, ну я думаю, что можно потихоньку использовать инквизиторов. Убирать тут веру. И тут норм. Да и в Сайгоне норм. Видимо, убился. Тогда надо купить миссионера в Радзя и в Кантхо. Чтобы отправить... Блин, куда делась каравелла варварская? Нету. Так, купим здесь миссионера. Сразу его сюда отправлю. Блин, у меня кто-то Шингети перекупил. Да блин! Думаю, что-то у меня так веры мало пошло. Где мне тут взять потом... Я, кстати, миную торговую республику, выхожу в коммунизм. Ну, наверное, оперы и балета. А потом, кстати, две полевые пушки, это мы можем сделать. Здесь. И здесь. Кроме того, корпуса нужны. Объединяем слоников. Пушки объединим тоже. И, наверное... Ну... Вот этих ребят. Ну, шотландец коммунизм принял. Так, я тут художественный сделал, да, тут давайте археологически. Дед, закончились апостолы? Да. Осуждаю. Прямо. Вообще нет никого. Заставил меня миссионеров клепать, отвлекаться на эту фигню. Прям вот так тебе реликвии. Что там реликвии? Ты ж не Конго. Что там тебе? Или и не Польша? Да, в любом случае нормально будет реликвии. Господи. Надо как-то веру увеличить. Ну, тресадку веры получил, по крайней мере. Может и стоило, чтобы тут ГГшка появилась. Не спорю. Так, тут буду высаживаться. А, вот она где. Каравелка. Так, коммунизм надо принять.
Тут, наверное, ничего не буду ставить. Хотя минус 20 счастья. Нет, нет, не буду ставить. Не буду ставить. Я поставлю счастье. Вот либерализм поставлю. Содержание юнитов, военные морские порты. В городах с гарнизоном. Давайте вот это тоже поставлю. 237 науки, окей. Немножко по фестивалям. Наконец-то встретились. Да, добрый конец. Слушайте, можно только леса сажать? Тропические леса, леса нельзя посадить? Нет, нельзя. На последнем месте по науке имею в два раза больше, чем Египет. Это как? В каком смысле на последнем месте, если Египет на последнем? Потехам. Он у него больше, чем у меня. Ну, видимо, ты по каким-то конкретным техам. Так, мне надо селитровую шахту построить. Естественную историю. Ускорили мобилизацию, ускорили. Надо открывать естественную историю, конечно же. И потом... Я не думаю, что я сейчас буду воевать, поэтому идеология круче. Ну, в смысле... То есть я не буду воевать. Так, надо капер еще один для ускорения плотины. Пускай тут построим. Так, тут курдвару покупаем. А чё так больно? Как постоянно больно-то? Поможем, вдруг не убьет. Блин, а тут не высадится нигде. Ладно, поехали сюда. Тут выйдем, может... Ну, точнее, не можем, но там дадут юнит. Верфь, кампус где? Плюс 2. Я замерзну, друг. Кстати. Нормально, а давайте. Я сейчас охота скажу. Что, у него там ядерка сейчас захода? Нет, военное ведомство. Нет. Теха. Открывающий ресурс. Я понял. Даем, я нет нефти. Наверное, короле... или военное ведомство. Ну, мне надо, чтобы у меня был алюминий. Иначе я тут... Вы понимаете, что будет, если этот парень, которого уже в лапах... Грустить буду. ...заберет такого красавчика, как я. Гы-гы. Это не понимает. Надеюсь, что будет, если такой красавчик, как ты, выйдет в лавы и отстроит их во всех своих 15 городах. Точнее, купит, так как ты португал.
Кстати, давайте канализацию возьмем. Я сам дал, деньги не верну. А еще, кстати, Португал может сделать это. У него же какое-то здание есть. В кампусе ты имеешь в виду? Ну да, да, да. Так не, он уже сделал. Это вместо этих библиотек. Да, там, это... В зависимости от количества клеток побережья. Там типа города растут, науки все больше и больше. Как-то так же работает. Там в зависимости от клеток побережья. Ну вот Лиссабон, наверное, круто дает науке. Но, тем не менее, впереди по науке все еще шотландец. Как бы и так прилично впереди. Ну, блин. Португалия, предложение. Я там не могу у тебя каравеллу добить на твоей территории. Надеюсь, его каравеллу? Да, да. Прошу у него проход, чтобы добить его каравеллу. Так, давайте рабочих будем эти строить. Леса. А сильно тут отваливается вообще? Минус 2,4. Терпимо. Еще раз предложение, португалец. Дайте на гранты. Да, поставить. Ну, у меня просто карточка на... Если в городе юнит, то счастье дает. И можно... А все, кто на Канаде играют, всегда веру копят. Это я тоже, кстати, не понимал никогда. Копят, копят всю игру, а потом, ой, я что-то закончилась игра. Я кому-то нужно... Мне на что обращаться. На что ее тратить сейчас? Не на что. Королевское общество. В смысле, ну не что, у тебя к 110-му, ну в смысле к этой эпохе еще вера осталась? В этом весь прикол. Да, ты как бы типа, что не покупать там великих людей, юниты какие-нибудь. Не, я согласен, что великие люди, но, допустим, там 2000 отдавать за просто за одну книжку как-то жалко. Думается, что вдруг там будут ученые хорошие. Ну, юнитов, допустим, у тебя 300 военки, 130 культуры, ты себе этот, скажи мне, если я скажу. Ты еще не изучил национализм? Нет, изучил. Я как раз думал сейчас юнитов покупать. Так, что у нас тут?
Блин, вот это не могу построить. Ну я в химию пойду прям прямой наводкой. Потом буду искать, где алюминий находится. Так, тут я могу покупать военную академию. Португал сделка. Живем, живем. Ну я Шенгети хотел засоюзить. Я пульту на союз. Да, только такой. Так, кто это у меня его перекупает? Канадец. Перспективу. Понятно. Поэтому и надо с ним будет воевать. О, я тут центр коммерции. Причем специально для центра коммерции здесь посадил леса и забил на это дело. Единственное огромное море, которое соединяет кучу цивилизаций, и Англия туда не попала. Без звука. Что такое не везет? Тори де Белен? Я только в Северное море вижу все. А давайте я построю. А у нас есть научные бегашки, кроме. Не вижу, что португалец им за. А, вот строит. Но блин. Есть. Ну, можно тогда. Он уже там явно. Тут 6 ходов. Хотя, может, пускай строит, я. Там же производство сохранится, может, это какое-нибудь другое чудо. А может он сказать, где находится бегашка? Кто спрашивает? Канадец? Там. Ну, я так понимаю, все нашли ГГшку, а я вот ее никак не могу увидеть. Это войну объявил, просто это. Какую конкретно ГГшку? Я ищу научную, я вижу только Митлу. Кого видишь? Митлу. Митлу вижу. Ой, смотри, с тебя 100 золота, я тебе покажу где. А кто это говорит? Ты. Кто? А ты, Англия. А какие еще есть научные КГшки? Женева, например. Ну я, наверное, снесу. И Фатоса. Блин, а чё так много армии у Шотландии? Ну, там корпуса, точнее, флоты фрегатов, кораблей. Это под снос Португал. Ну, или любого. Ну, минус 1.8 это терпимо, я думаю. Блин, специально стоит, чтобы не высадился я, да? Тут стану, чтобы две клетки можно было высаживаться. Я следующим ходом смогу тут. Да, наверное, не буду ничего строить. Я смогу здесь этого. Археолога заказать. Еще строительство. О, есть капер. Я должен был ускорить электричество. Давайте смотреть, где оно. А вот. О, прям по пути. Компьютеры, отлично. Придется еще. Ну, я как раз артефакт добуду к этому моменту. Кайф, не знаю, правда, что там.
Англия, предложение. Хорошее предложение. Вот в таких вопросах я всегда готов помочь. Ну, я думаю, у тебя их там просто немерено с твоей способностью. А, да, тут я отложил. Ну, Англия получает в два раза больше от железа и угля, от ресурсов. То есть ему достаточно, наверное, два ресурса угля, и у него просто немерено угля будет. А у Фёпа 5 угля просто. Ни в чем себе не отказывает. Но у меня хотя бы электричество сейчас появится. Минус 3 вход, ну, хоть как. Так, тут я у археолога. Тут что-нибудь будем менять? У нас новое... Так, что у нас открылось вообще? А, никаких карточек. Два посла. Так, Шенгети, я сюзерен. Давайте в Нитле. Доведем. Сейчас, секунду. Антананариву. Ну, вообще должно прилично добавить, как мне кажется. Поэтому давайте. Не, 8 всего. Это неприлично. Кстати, я забыл, что тут у нас Улян аквакультура. Кто вылетел? Серега? Мне кажется, он просто пошел. Серега, ты тут? Ну, окей. По лояльности. Супервулкан тебе снес что-нибудь? Слышишь, шотландец? А, блин, ведь я не могу здесь район. Кампус поставить, тут историческое не, место не, появилось. Видно, что флот стоит. Не, плаваю, разведываю. Ну там до хрена можно разведывать. Надо будет туда отправить. Сначала вот тут собрать, тут и тут, чтобы я там мог кампус построить. Наверное, много. А то тут шотландец улетает по науке. А, так вы решили не воевать в Шотландии, да? У него самолеты. Пока что с ним воевать бесполезно. Ну, нет самолета. Но я не вижу.
Так, опять же отклад. А, два хода. Наверное, зоопарк построим. Что-то там португалец Стори де Белен пока тормозит. Пригород, я думаю, тут не нужен. Да, блин. Какая-то варварская вольница там. Шотландец. На шотландец. Значит. Что я собираюсь Женеву сносить? Так, слушайте, а где нам? Это у меня тут, может, в Хаалы все-таки? Наверное, в Хаалы сделаю предприятие. Да, спасибо. Нет. Я не могу, я здесь кампус, потому что там... Может, Тань тут построить? Нет, давайте еще строители, наверное. Тут бы поставить карточку на выкуп клеток. Шпион Канадской империи был пойман при попытке нейтрализовать губернатора? Канадец, ты что-то попутал, да? Перепутал кнопки, наверное, да, когда нажимал, что делать? Может, у него эти были ускорение, да, эти. Ну, в смысле, повышение. Ну, значит, перепутал кнопки, в какую цивилизацию отправлять. Что-то он явно перепутал, мне кажется. Слушайте, может, купить уже тут клетку и успокоиться? Так, а чё у меня так мало денег вообще? А что с Египтом? Египет снесли или чё с ним? Просто ушел и всё. Спать-то надо. Он дурак, что ли, сидеть тут часами играть? Слышно. Ну я бы с собой тоже не играл. Так, я думаю, что мне надо вернуться к каперам и этот лагерь таки разграбить. Становится, ну, походи разведчиком. Где походить? Разведчиком походи, у тебя... Не думаю, что у тебя много разведчиков. Так, тут я гранты сделал, да? Вопрос ученого я хочу... У тебя нет, наверное, 6 тысяч давайте... колды, почему ты строишь эти лабы? Очень деньги нужны, очень жалко денег. А, тут этот человек за Египет готов зайти. Ну, пускай это заходит. Ну, залетай, эйфория, там вот ссылочка лежит. Это здесь? Сочувствую ему, правда.
Давайте, наверное, здесь поставлю. Так, один ход отложим строительство. Блин, и тут надо отложить, я на лабу оставлю, да. Блин, это мне этот нужно основывать, да? Инквизицию? Или ты погулять пошел? Был убит шпион из Канадской империи. Конечно, нужно. Канадец что-то творит. Канадец. Канада. Вообще шпионы не нужны, говорит. Нет, я сказал, что мне ускорения нужны были. Поэтому ты решил убить этого губернатора мне сначала, а потом... Там прокачка была у него. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно появится завтра. И напоминаю про клипы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!